А в Словакии уже известны результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержала адвокат Зузана Чапутова. Она стала первой женщиной президентом в истории страны. В первом туре голосования Чапутова набрала более 40% голосов, а ее главный соперник – это заместитель председателя Еврокомиссии Мара Шефчович – более 18. Срок полномочий действующего президента Словакии Андрея Киски истекает 14 июня. Он уже поздравил с победой Зузану Чапутову. Избранный президент приступит к обязанностям 15 июня.